Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш видеообзор посвящен видеорегистратору компании Park City, модель DVR HD580. Данный видеорегистратор имеет возможность снимать видео в формате Full HD, имеет светодиодную подсветку, а также большой дисплей диагональю 2,4 дюйма. В комплект поставки видеорегистратора входит гарантийный сертификат, инструкция пользователя на русском языке, а также диск с программным обеспечением. Зарядное устройство в прикуриватель с разъемом мини-USB. Кабель мини-USB. Кабель передачи аудио-видео сигнала, пульт дистанционного управления, а также крепление присоска на лобовое стекло с шаровым шарниром. В передней части расположена камера, отверстие динамика, а также светодиод подсветки. Слева расположена кнопка включения устройства, а также слот для карт microSD. Справа расположена кнопка принудительной перезагрузки устройства, разъем мини-HDMI, а также разъем мини-USB. В задней части расположен дисплей, как мы уже говорили, диагональю 2,4 дюйма, под которым расположены кнопки управления видеорегистратором. В нижней части находится резьбовое отверстие для установки на крепление, а также отверстие микрофона. В верхней части также находится резьба для установки крепления. Видеорегистратор полностью русифицирован и имеет интуитивно понятный интерфейс. Здесь доступны такие настройки, как изменение разрешения видеозаписи, включение-выключение записи звука, изменение длительности цикла записи и многое другое.